Глотай. Давай, глотай. Глотай. Все. Она еще не может пить самостоятельно, но потихоньку приходит в себя. Обессилена, но спокойно. С ней люди, которые в самый трудный момент оказались рядом. Собаку крутила по асфальту в ужасных позах, в ужасных просто. Я подъехала, у нее было очень много пены во рту. Это очень страшно. Я еще такое состояние собаки я никогда в жизни не видел. Там такие судороги, что мы втроем еле-еле ее держали. Откачать бедолагу помог врач-ветеринар Олеся Походи. Несмотря на поздний час, вернулась на работу, чтобы спасти животное. Специалист предпринял все действия, какие требуются при отравлениях. Было введено, получается, противосудорожное, антитоксин, капельница, повышенное количество группы Б, ну и транквилизатор, чтобы обездвижить. Здесь именно вся клиника, как после яда. И ветеринары, и зоозащитники сходятся во мнении, что собака пострадала от действий догхантеров. Случаи отравления четвероногих периодически всплывают. Смертельное угощение принимают как бездомные, так и домашние животные. Поэтому собаководам волонтеры советуют проявлять осторожность. Здесь однозначно никакого самовыгула. Использовать поводок. Применяйте такие вещи, как намордник. Обучайте, учите своих животных, потому что на самом деле это не так сложно обучить собаку к наморднику и не подбирать с земли. У спасенного животного, как выяснилось, есть хозяин. Сегодня он вышел на связь и пообещал забрать белку, так зовут собаку. Пока же она находится под присмотром своих спасителей, которые верят, что животное поправится. Юлия Морева, Роман Лузанов. Времени мало. Ноябрьск.